горлом делал дыру. Что я вам сделаю? Удачи, Тарас. Что надо делать? Создать группу из рейтинга. Максимум игроков на сколько? Настрой. Места для друзей, да все. Настройки. Так, ну я вроде... Настройки, настроя. Сань, что, ты не расстроен сегодня очень про происшествие, нет? Каким? Которое у тебя было. Насчет чё? Саня, у тебя одно происшествие произошло сегодня. Экзамен, что? Да. Погоди, а чё про экзамен? Я про сиськал. Про сиськал. Вот, а реально только два человека? Только один человек в доме может сказать сись у тебя? Это Влад. У меня все могут сказать сись. Понимаешь? Олег, ой, Данил. А, Влад, короче, смотри, у меня сегодня был экзамен, да? И вообще к нему не готовил. Привет, здорово. Вперед. Саня, ты серьёзно? Я вообще не готовился. Это игра на полтора часа? Да. И чё, Саня, нормально мою гетто тронул? Знаешь, кто у нас сдал? Сколько человек у нас сдало? Ноль. Один. Два. А сколько вас? Один, два? Нас. Около 20 штук. Класс. Около 20 штук. Я больше этим моментом огорчен сейчас, чем тем, кто не сдал экзамен. Я сейчас так же закончу. Поехали. Вы Никита читаете, говорю. Просто, что я здесь делаю? Как прыгать? Как прыгать? А, на штуку. Пробил. Я не знаю, что мне сделал Влад, конечно. Или Саша. Или Саша. Ой. Хорош. Зачем тебе бибила затрогаешь? Я вообще не за счет получил. А какие чего добился ты? Падай в яму. Мне плохо, еще хуже стало, чем обычно. Да? Халяль Германии, готовность номер один. Звездный час для Ли. Дальше можно читать. Серебряную ложку? Как? Отмыть серебряную ложку. Как отмыть миллион? Я кого-то выкинул, нет? Я вас буду тут убивать, вы хотите? Ну так чё ты, я же чудо! Так чё ты, я же чудо! Мы созданы друг за другом вообще-то тоже, но... Привет, Саня! Тестос на старт, внимание, тестос на старт, внимание, марш! Так, сейчас. Клавиша вывалилась, левая подойдите. Яйцо у тебя левое не вывалилось? Фига. Опять мимо. Я хотя бы хоть куда, у меня левая клавиша выпадает отсюда. Откуда она у тебя выпадает? Что это такое? Я даже не знаю, что это такое, подожди. Что это за обрубок? Можно я это оставлю как достаточно? Как достаточно. Давай, Сань, наверх ты можешь, я знаю. Нежнейшее. Я закинулся на островок. Ой, я травил. Алло. 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 Алло, 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 алло. Какая буква отличается в чат? Алло, 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 алло. У меня контрол. Алло. А, спасибо. Давай нас подбей. Меня. Рыбу подбей. Ты что, дурак? Я не могу уйти, у меня клавиша выпала. Да что за хрень? Нет, я не знаю, ворон играет с вами здесь. Клавиша выпала. Серьёзно, нет, это механическая клавиатура, и тут клавиша одна сломана. Халяль Германии. Это вообще фигня. Смотрите, кто это? Слева. Взорви. Отстреляешь. Ё-моё. Кто справа? Я. Быдло. Чикадыша. Ой, не попробую. Куда так сильно? Да ладно, ты смог. Нет, ладно. Я так уже вставал, Влад. Ой. Ну это чисто моя катка, как вы можете. Это хата наша. Почему Тарас не толстый у тебя? Какой Тарас? Спасибо. Я простил. Еще раз повторюсь, но вы поняли, чья это катка. Можете встретить в бочку, пожалуйста. Пожалуйста. Кстати, а расскажите предысторию вашего удаления из университета КС. Это Влад, короче. Влад, это к тебе относится и Славе, и Олегу. Привет, Влад. Привет. Просто... История удаления простая, эта игра надоела и все. О, я вышел. У вас и супер. Что ты сказал?
Сказал что-то про Наруто. Вы прочитали Ник червяка моего? Мне больше халяль дерьма не нравится. Не, подожди, это тот, который там. Который улыбится. Не понял. Писони какой-то там. Вау. Неплохо. Ладно, Данил. Пошел лоск моего остров. Подарил. Ветер на моей стороне. Подожди, это запланировано было. Ты что, контент делаешь, не смешные ходы. Контент ходов. Но мне так душно ее монтировать. Ребят, я пройти не могу, подвиньтесь. Да мне это зашел. Там же Саня чуть дальше стоит, ну ё-моё. Так там. Толсточлен. Ого. Ладно, достаточно. Чё, ого, я сделал эту хуйню. Я запутал кринж, дебил. Да, блин, опять не могу. Я запутал кринж, дебил. Это мой новый ник. Кринж, дебил. Ну, близко. Кому близко? Нихуя себе. Ты чё? Ты как за этот пиксель? Не, ну за пиксель хорошо цепануло. Мастер-класс. Мастер С? Как ты цепляешь за этот... О, нормально. Он самый добрый здесь. Неплохая работа. Добрее некуда. Влад, трогаешь слайм? А я, кстати, тоже в армейской рубашке, нормально? Рубашки. Или в армейской каске. Ой, я думал, это этот. Ушел Олега, не видел позора. Опять клавиши выпалаш. Что? Опять клавиши выпалаш. Опять хата. Стрим хата. Это хата, которая стримит или в которой стримит? Это которая с квартиры. Стриминг. Да, которая стриминг. Дурак, он любит опять. Бля, чё, блин? Поехали, маки. Прости, Саша. Прости, Саша. Да, не понравилось. Только Сашу прощать нужно. Раньше у меня, короче, был... Я это рассказывал уже. У меня был значок, там было написано США, да. И там, типа, эти... И я думал, что это Саша, сокращу. Не. Я пытался тебя не задеть особо. Уйди, Саша, жирный. Да нет, пока встанет в нужную стойку. Полвека пройдет. Ну что тебя не устраивает, я не понял. НЕЕЕЕЕЕ! Что можно сделать такого? За 10 секунд уже ничего. Опа, а все, тут уже дырка. Откройте дырку, чтобы я к вам пришел. Я пошутил. Это что, серьезно? Как ты это делаешь? Мне понравилось, я пошутил его просто. Ну вообще-то, дискриминация, мне всего лишь один человек касался. Ну вообще-то мы объединились уже давно с Ираном. С Ираном. А тут еще и Украина. Пошли искать Германию. Россия. Россия. Выходит на помощь. Пошли искать Германию. Данил, как сыграть? У тебя там 176 хп стоит, ты со себя играешь. Ты со себя играешь. Спасибо. Влад, ну ты, конечно, извини. Что у нас на сегодня? Влад, ну ты, конечно, именинник. Что? Да, блин. Не решение. Я в управлении запутался. Чего мы меня бьем? А кого? Влада. Так ты один. Давай, Влад. На старт внимания фарш. Дальше не придумал. А чувак там. Как там гробик держится, Влад? Ну ладно, я думал, Влад сам утонет. В смысле сами. Да не, правильно подумал. Ой. Я спустил гробик. Спасибо. Отдал выигрыш самому слабому. Это фашист на Германии. Изначально. Самому слабому фашистской Германии. Я спросил, угадайте, чья это катка. Ну что, давай. Глаз в глаз давай. Вот чё ты? Кто ты такой, а? Данил этого не ожидал. Я сам офигел. За что это у меня? Носик собачки на носу. А это усы?
Собачка. Какой носик собачка? Я сейчас держу навсегда. Это же фашистская Германия, ты дебил. Можно выключу. Ты думаешь, что мы за полчаса пройдем игру? Игру нет. С кем ты пошел в GTA? С тобой! It's not action, fiction. Привет, Влад. Как дела? Я кушать. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Да. Да, доброе утро. Я все, короче, крутил ножницы на пальцы, и у меня эти ножницы соскочили с пальца. Прошу прощения. Очень близко пролетели с глазами. Ножницы крутил на пальцы, и у меня ножницы соскочили, и они очень близко прилетели к моим. Масленица и вас. А зачем ты крутил глаз? С великим днем Пасхи. А что ты там крутил? Яйца пошли пить. А что ты крутился? Что делаешь? Я ножницы крутил. Я ваши маски, тут же Хэллоуин. Ты бессмертный или да? Хэллоуин уже пробол. Уже если баку пофиксили, я получу 15%. Почему? Ты себе 15% поставишь? Ну да. Зачем? А мне все остальное? Да. Зачем? Зачем? А, типа только так пак работает? Да. Серьезно? Нет. Да. Ладно, кому верить? Да. У меня только на это, только вот только появился экран и написано загружается GTA Online. Потом пойду покакаю. Ладно, шучу. Я вам попью, пойду. Сейчас пойду. Я сейчас недавно узнал, что снег больше нарушает систему, чем не снег. Знаешь, если они до сих пор не пофиксили новый контент в Энди, то они, знаешь, если они до сих пор не пофиксили новый контакт в Энди, то они ограбление точно что пофиксили. Новую машину выпустили. И Моргон. Она не черная, она синяя. Она стоит 200. И, по-моему, это спорткал. Это супер. Ну, в смысле, не суперкар, а спорткар. Спорткар, да. Он два вертолет? Да, два. Может, или не два. Или не два. Мне кажется, там три. Что, 8 по нашему, по томскому. То есть 7 по твоему, по месту, по московскому, по омскому. Ну, тогда, возможно, я буду, не знаю. Там надо клавишу вправо нажать, ну какой дурак это придумал. Артём АИ у нас в сессии. АИ. Да и что? Чисто Артём искусственный интеллект зашёл. Ты говоришь, как АИ расшифровывается? Ну типа этот... Ну как он? Интеллект... Интеллект этот. Искусственный? Искусственный, да. Это ИИ. А АИ по-английски. А, да, ну что? Нет. Вот. Аналог в интеллект. Artificial intelligence. Что это? Искусственный интеллект. Что? Ну, а и это по-английски, и это по-русски. Ну. Я и говорю, искусственный интеллект. А, кстати, тоже это английский, ты же Юрий, ты же географ. Я же никто. Я же никто. Точно подметил. Зачем ему GTA, когда у него есть девушка? Ёб твоём, блин. Зачем GTA? Да, он так и написал, типа, пожалуй, это не зовите меня на ограбление, я уволю. Нет, ок, понял. Думал, ограблю без него. Не ограбил, Саня готовился. В итоге не готовился, как я услышал сегодня. Наготовился, читал. Ну, блин. Выпало то, что не дочитал, справедливо. Да. Абсолютно. Типа, я такой, ну, в принципе, эта тема легкая, я знаю. А там просто реально 30 слов. Я думал, что это из другой темы, эти три слова. Начал вообще обтирать, короче, дичь полную. Я такой, ты что, дурак, что ли? Я такой, в смысле? Она такая, вообще-то это вот это, я такой, и она такая просто не дала мне договорить нормально, она все мне объяснила, я такой, понимаю. А в смысле? Я так знаю. Типа завтра перезначили, или типа завтра можно просто прийти к ней и... Я завтра прихожу и рассказываю только то, что она сегодня меня спрашивала. Сегодня? А так можно что-нибудь сказать? Ну, она разрешила. Я просто там Алёха это, шарю. В смысле не шарю, я подлизываюсь к ней. Она меня так малёха подлюбит. Ты падаешь? В смысле? Там потом на экране потом увидишь фокус на доске. У тебя это, переверни клавиатуру. Как называется? И у тебя нет понятного названия. Я написано просто. 8LK Gaming Keyboard. Ну как у этого, 8LK. Ну как у Олега, 8LK. Какого Олега? Панаева. Он себе купил клавиатуру дороже, чем компьютер. О, видишь, вот теперь у меня 85-15, видишь? Всё. Сань, ты не получаешь ничего, короче. Вообще обидно. Переживай. Сколько время? 7:27. Блять, за 3 минуты проходим ограбление. Как обычно, в общем.
Нормально, на секунду врубилось зрение у меня. Да, у меня тоже. Врубилось зрение. Не торопись. Слишком легко. Слишком легко зашли в казино, мне тоже понравилось. Если было так легко пропуски достать в этой жизни, точнее в этой игре. Если бы так легко можно было в реальной жизни. Да, грузись, мужик. Серьезно? Ежедневный побор $100, спасибо. 100 рупий. То есть, если ты отпустишь, я умру, да, вот здесь? Нет, а, нет, подожди, Сань, можешь отпустить, тут кнопка есть. Да пофиг, я держу. Ладно. Ладно, давай, отпустим. Раз. Стой. Раз. Раз. Стой, я еще не прыгал. И бежим. Как ты прошел через закрытую дверь? Потому что я хост. Видите, тут эта анимация, вот это вот... Долго деньги капают. Такое. За сколько минут выходить надо? 20 секунд можно заканчивать. Ну, по идее, мы... Что это? Да. Да, я одну кочку вообще достаточно маленькую собрал. Хули так мало. Хули так мало, слушай. Блять, беги, дурак! Ладно. Пиздец, Саша, что так мало, что происходит? Так же через прочь. Дальше. Я промазал. Я понял. Я не понял, у меня прям прицел на ней был. А посмотри на обзор камер, что с обзором камер? Куда он? Нет, я поработал, что ладно, давай. Нет, ну типа, если можно, то, короче, ладно, видим. Правда, не знаю, какие там еще есть ограничения, правда, кроме того, что нужно, да. Вытяните мою речь, пожалуйста. Столет, блядь, страшно. По-моему, нет. Что? Целую в темечко дерева, которое там стояло, блин. Как он не заметил? Ладно. Ой. Нормально ты в гору въехал? Нормально, я же говорю, сентинель тащит. Кстати, держу в курсе, помнишь автомат с игрушкой? Олег вытащил игрушку все-таки. Серьезно? Да. Что-то... Игрушку? По ощущениям минут на 3-4, мне кажется, вообще. Ну, если 3-4. Так, как надо мы и так самым быстрым путем этим могли. У нас процентов откуша. 20 минут проходили, чего? О, ну я говорю. 20 минут. У меня всего лишь 204 тысячи дали, кстати. Это написано просто. А, да? Или ладно. Не написано, посмотрим. 209 тысяч. Да? Блин. Ну, на речке, да. Сори. Как хочешь, я ушел.